Не менее 38 человек, среди которых 12 спасателей, пострадали в немецком Гамбурге при пожаре в здании бывшего бункера времен Второй мировой. Как сообщается, огонь возник в помещении, расположенном внутри столярного цеха. И когда пожарные вошли, чтобы организовать эвакуацию, последовал мощный взрыв. По предварительной версии, на воздух взлетел расположенный двумя этажами выше склад, на котором хранилось 100 тонн эфирных масел. В эти минуты работы по тушению огня и проливке здания продолжаются.